16 октября 1933 года родился Борис Савельевич Вахнюк. Его тяжелое детство в оккупации было компенсировано счастливой юностью. Борис поступил в педагогический институт и там наконец-то зажил полнокровно. Учеба, туристические походы, спортивные соревнования – вся эта бурная деятельность находила отражение в стихах и песнях, которые писал Вахнюк. Работать он устроился на радиостанцию «Юность», первые позывные которой раздались в эфире 16 октября 1962 года. Вдвоем со своим однокашником Юрием Висбором они развивали новый вид репортажа – песни, рассказывающие о трудовых свершениях советской молодежи. «Дни длиною в года, а года как века, и по трубам течет нефтяная река, и встают города над тайгой вековой, от моей буровой до твоей буровой». Понятно, что производственная тематика не была основной в творчестве Бориса Вахнюка. Прежде всего, он романтик, бредущий сквозь годы с гитарой в руке, четко реагирующий на нюансы человеческих отношений и смену времен года. А кто сказал, что осень – это время? Мгновение грома в звоне тишины, под коркой дерна, стылое коренье, упрямо дожидаются весны. Не время года, краткая минута, немного равновесия, когда никак не замерзает почему-то почти заледеневшая вода. 16 октября в нашем регионе еще далеко до точки замерзания воды. Днем малооблачно, температура воздуха около 15 градусов. Восточный ветер 4-6 метров в секунду. Ночью переменная облачность, температура воздуха 7 градусов, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду.